Сегодня на совместном заседании Президиума Брестского областного совета депутатов и Брестского облсполкома был рассмотрен вопрос об образовании Брестской областной комиссии по выборам президента Республики Беларусь. Вопрос важный, потому как проведение выборов главы государства является завершающим этапом формирования всех институтов власти на основании обновленного законодательства. А образование областной комиссии – это первый шаг вступления в активную фазу избирательной кампании, к которой Брестская область подготовилась основательно. Брестская область обеспечивает выполнение всех, еще раз подчеркиваю, доведенных показателей, за исключением инвестиций. Хотя тоже ставим перед собой задачу его обеспечить их выполнение. Просто цифры назову: 97,5, 97,7 мы видим, но хотели бы сделать 100%. Но напомню, что в прошлом году у нас был очень бурный рост инвестиций, он составил 124,7%. Поэтому не снимаем себе ответственности, будем работать, потому что инвестиции – это, ну, залог, скажем, будущего развития нашего региона. Нельзя постоянно находиться и жить на тех, скажем, инвестициях, которые сделали до нас. Нужно цикл вот этот новый инвестиционный запускать и стремиться создавать хорошие условия для развития нашего региона на перспективу следующей пятилетки. В Брестской области планируется образовать 21 избирательную комиссию, одну областную, 16 районных, 2 городских и 2 районных в областном центре. В состав комиссии выдвинуто 237 представителей. Участники Президиума областного совета депутатов и облсполкома проголосовали за образование областной избирательной комиссии в составе 13 человек. Работа начата была еще в сентябре, были утверждены четкие планы и задачи, поставленные руководителям регионов и районов. И вот это уже венец от того, что вы говорите, то, что мы сегодня сделали, это как раз мы завершили эту работу. При том, как вы видели, состав вот областной избирательной комиссии, он абсолютно компетентен, отобраны очень опытные люди, которые и в своей жизни что-то доказали, что-то показали, которые способны, еще раз говорю, провести эту работу на очень высоком уровне. 4 числа мы завершаем создание всех избирательных комиссий регионов. И после этого начинаем работать согласно утвержденного плана. Следующим этапом, который начнется 7 ноября и продлится до 6 декабря 2024 года, станет сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Ирина Левчук, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.